Всем здарова, танкистчики и подписчики! Сегодня мы открываем розыгрыш бомбический, новый, усовершенствованный, с новым сюрприз-контейнером, друзья. И там может выпасть максимум 20 бомбических контейнеров. Я для вас сливаю по 5000 золота, ребятки. Получается, продаю Т-55А, чтобы ваши глазки и ваше настроение сияло, как яркая звезда и как солнышко на сегодняшний прекрасный денек. Все, ребят, приятного просмотра и всего наилучшего. Погнали! Так, первый прогруз, друзья, за 100 золота. Как думаете, что выпадет? 3 мистических контейнера? Неплохо. Хорошо, что выпадет за 150 золота? Сейчас проверим. Ребятушки, пишите комментарии, пожалуйста, на этот счет, что вам выпало. Да ладно, обалдеть, огромный сюрприз. Что это вообще такое, друзья, смотрите. Если я не ошибаюсь, это контейнеры, где выбор только один или два, друзья. Это танк, либо золото. Это самые имбовые конты. Ладно, это что такое? Ребятки, новые анимированные аватарки, но, если вы заметили, снизу слева, точнее справа, есть аватарка не анимированная, про щуку, ребят. Это какой-то баг от ВГ. Ладно, ничего страшного. Так, мистический контейнер первого уровня. Хорошо. Чтобы вы понимали, друзья, одно золото стоит прокрут после 350 голды. Вот оно, одно золото всего лишь. Так, ладненько, что же сейчас выпадет? А ну-ка. Ребятки, уже 3 раза подряд выпадает контейнер с анимированным легендарным аватаром. Ладненько, что поделаешь? А разве бывают анимированные не легендарные? Странно, да? Ого, что так часто выпадают они, ребят, как так-то? Друзья, пожалуйста, пишите комментарии, что вам выпадало вообще, потому что, ну, такое никто не пройдет мимо. Я хочу знать, я отвечу на ваши все комментарии, и мне будет интересно прочитать ваши выпадения, реально очень здорово. Так, а мне все кастомизашка падает. Ну ладно, ребят, ничего страшного. Всему свое время. Мы сливаем много голды, и рано или поздно что-то крутое. Но собери все, неплохо. Дропнется, я думаю. Так, ребятки, кстати, ставьте лайк, если реально считаете, что этот розыгрыш лютая имба. И 3 контейнера черного ящика, ребят, как вам такое? Опять 25 за одно золото. Ребят, проверим, что выпадет. Так... 3 черных ящика за одно золото, да это просто имба какая-то. Там минимум 100 золота может выпасть, а тут за одно золото, жесть. Так, ладно, еще черных 3 ящика, ребят, уже 9 черных ящиков, что это такое вообще? Жесть, что-то мне подсказывает, что мы насобираем больше золота, чем мы уже слили. Ладно, ребятки, проверим. Так, сольем контейнеры сначала с аватарочками. Так, ну, аватарочки легендарные, очень редкие, знаете. Очень прикольные, так что неважно. Так, ну что ж, собери их все. Редкая наградка. Обычная наградка. Ребят, одного собери себе не хватило, ладно. Так, мистик, 100 золота. 50 серебра, 100 золота. Ай, день бремчика. 4 кособотки. Кстати, ребятки, желаю приятного аппетита, приятного чаепития, кофепития, печенюшку возьмите и... Всего наилучшего, ребятки. Это что такое, ребят? СТВ-74-2. Это либо золото, либо танк, я так и знал. Имба, ребята, это жесткие контейнеры. Вот благодаря чему у меня еще есть. На один прокрут, на кастомизашку. Ладно, ну что, погнали. Контейнеры просто... Это нечто крутое. Это черные ящики. Так, второй уровень, хорошо. Голдишка, голдишка. Ребят, еще голдишка. Голдишечка, голдишечка. Ну, знаете, очень даже неплохо, даже если разочек только выпало второго уровня, зато 600 золота там. Короче, очень хорошо, стоп, чё, откуда эти розыгрыши, ребятки? Это получается, они уже закончились, но на этих аккаунтах они у меня есть, жесть. Хорошо, как есть, так есть, даже приказ на бомбические конты, жесть. Так, ну это здорово. Так, контейнер с легендарным аватаром, с мистическим контейнером, заодно золото, кастомизашка. Ай-яй-яй, 3 мистика уже лучше, хорошо. Так, собери все. Ну, что могу сказать, друзья? Да, приказик прикольный, конечно. Так, лакомый кусочек, кому пицца, ребят, налетаем. Ух ты, какая пушка. Так, ну что ж, собери все. О, 1000 золота, хорошо. Ну, в принципе, ребятки, это все, что там было. Хорошо, мистический контейнер. 4 кособоточки, 7 кособоточки, 2 дня прем. Ребят, давайте люто ценить этот розыгрыш, потому что когда еще будет розыгрыш бомбический? Просто вот когда, ответьте, пожалуйста.
Я думаю, что он будет невероятно люто, и вообще апнут ли его, хотя он уже апнут до предела, мне кажется. Жесть, ребята. Как по мне, это самый лучший розыгрыш, и просто, ребят, лайк, это лайк, господа. Так, ну что ж, смотрите, есть черный ящик первого уровня, и у нас выпадает... Ну, подумаешь, там немножко золота. Этого хватит, чтобы нам прокрутить еще целый один разок. Ребят, два собери все. Чего выпадет? Давай. На тебе. И... Ах, танк не выпал. Ладно, друзья, это был первый аккаунт, и знаете, мне очень понравилось. Ладно, погнали дальше, проверим, что будет на следующем аккаунте. Тоже продаем Т-55А за 5 голды. Слава богу, ребятки, такая халява на дороге не валяется. Так, ну что ж, очень даже неплохо. Мистический контейнер, аватарочки сейчас попадают. А, еще мистик контейнер, неплохо. Так, о, черный ящик, сойдет. Да одно золото, опять аватарочка. Да ладно. Хорошо, еще один мистик. Так, хорошо. Ну, честно, друзья, честно. Мне нравится в этом розыгрыше абсолютно все. Друзья, то, что вам не нравится, то, что здесь есть кастомизация и аватарки легендарные с анимированными качеством, то, друзья, не переживайте. Ну, должен же быть какой-то баланс. Тем более, их намного меньше, чем других лютых контейнеров. Поэтому просто давайте ценить и надеяться на то, что вам повезет. А я желаю вам удачки и при следующих открытиях, чтобы у вас реально было самое-самое все наилучшее. Просто поверьте, ребята, у вас все получится. Так, а у нас пока что 4 уровень падает черного ящика. 5 уровень, да ладно, что это такое вообще? 1000 с плюсом золота, жесть. Вот вам и черные ящики. Так, кастомизашечка. Ну, 2 мега контейнера, это редкость. Ух ты, 3 черных ящика, это тоже редкость. Так, ну что ж, а у нас все падает по КД. Ребята уже забрали все с анимированными аватарками и кастомизашки начинаем забирать. Так, неплохо. Очень даже красивые аватарчики. Кастомизашечка и сюда. Носорог, щукозавр. Все, друзья, собери все, погнали! Так, ладненько. И последний, 1000 золота. Ну и очень хорошо. Давайте еще прокрутим. Кастомизашка, понимаю, ребят, жесть. Так, ну ничего страшного, не отчаясь. О, оверкил, если вы не знали, он обменивается вроде бы за 2400 осколков. Это очень имбово. Так, ладненько. Ну, что, неплохо. Голду опять выбили, давайте еще прокрутим. Так, собери все, одна штучка. Погнали! Ах, танк не выпал, к сожалению, но с мега-контейнера 250 золота и 300 золота. Сойдет, ребят. Ух, хороший розыгрыш. Так, давайте сольем тогда сюда уже. О, два мистика, ребят, прикольно, да? О, собери все. Ребятушки, X10. И все, это все, что нам дали. Ладненько, у нас мистиков очень много. И, кстати, мы их еще не открывали. Так, 75к серебра. Мистический сертификат, ребят. Имба, просто жесть. Кстати, друзья, если вам понравился предыдущий стрим про открытие ПКД этого розыгрыша, пожалуйста, заходите, в конце видео будет запланирован справа розыгрыш, друзья, тоже. Это стрим на розыгрыш на понедельник. И если Бог даст жизнь, друзья, доживем, все будет хорошо. Я желаю вам всего наилучшего, а у нас сертификата падает... Ребят, Матильда БП! Обалдеть! Будем ценить, ребят, будем ценить. Это раритетище. Помню, на КВ-2 БК я взорвал когда-то. Так, ладненько. Тоже продаем, ребята. Сначала за 100 золота просто открываем. Кастомизашка, да? Хорошо, Фортуна. Кстати, ребят, я хочу продать Т-55А и взять аватарочку Фортуна, потому что... А вдруг нам повезет? Ну, вдруг оно как-то работает вместе, вот связано, да? Давайте это мы сейчас и выясним. Кстати, ребятушки, пожалуйста, заходите все-таки на стрим, он будет запланирован справа в конце видео. И в понедельник ожидайте в 15:00 по киевскому времени и в 16:00 по московскому времени. Я вам говорю, ребят, будет очень здорово, потому что было уже люто здорово. И спасибо вам за все. Ну что ж, вообще, ребятки, спасибо Богу за все, в первую очередь. О, огромный сюрприз! 2 раза, да ладно, ребятки, что за... Обалдеть, падает, что... Ребят, очень имбовое открытие. Так, давайте я разгадаю танк, который я загадал в прошлом видео. Друзья, этот танк был... Да ладно, еще раз, вы это видели? Обалдеть. Хорошо, ребят, танк, это был 7 уровня, и ему невозможно взорвать боевую кладку. Ребят, какой могильщик, какой франкенштанг, им я давно взрывал. Ну, могильщику еще нет, но я критовал, его можно взорвать спокойно. А вот, ребятки, франкенштангу реально можно на 152 с одной тычки взорвать.
Так вот, ребят, загадал я танк в прошлом видео, Ликан. Ему только нельзя взорвать боеукладки, потому что, видите ли, у него экипаж практически неуязвим. Так все по истории. Так, ребят, смотрите, что выпадает. Я, кстати, впервые, когда я открывал, я думаю, что? Ребят, КПЗ, либо танк, либо голда, что? Жесть, 5 голды, обалдеть. Так, 1000 золота и... 1000 золота, жесть. 7000 с плюсом золота. Это что-то невероятное. Так, 400 золота, 300 золота и еще золото, еще золото и еще золото. Еще. Кстати, ребятки, давайте загадаем следующий танк. В общем, этот танк будет 7 уровня. Короче, у этого танка, скажу сразу, барабан, гоняет он среднее, и пробитие у него достаточно хорошее. Так, еще скажу, что бы такое. Это барабан, друзья, этот барабан, у него, он, ну, не просто на 3 снаряда, а на более-более снарядов. Короче, на много снарядов барабан, все. Это все подсказки, пожалуйста, ребятки, пишите комментарии, что думаете по поводу этой загадки, и завтра в видео мы узнаем ответ на... Ух ты, ребят, на загадку, которую я загадал. И посмотрим, кто из вас отгадал эту загадочку. Так, ну что ж, давайте мега-контейнер. Ух ты, тессеракт выпал неплохо. Золотишко, обалдеть. Так, мистический контейнер, золотишко, прям аккаунт, серебро. 100 золота, 200 золота, 5, 2, 2 кособотки, 50 серебра, 4 кособотки. Ах, ладно, была не была свободка. Ну что ж, а ну-ка, давай, черный ящик, покажи, кто ты такой на самом деле. А ну-ка, иди сюда, я сейчас разберусь с тобой, да. Так, один черный ящик за 1000 с плюсом золота. Как-то не очень выгодно, друзья, но видосик посвящен именно настроению вашему. Для вашего настроения, чтобы просто сливать золото на розыгрыш. Посмотрим, что нам выпадет. Вот именно неожиданное выпадение. Я думаю, это самое интересное в этих розыгрышах. Так, ну и, конечно же, очень интересно читать после ваших комментариев. Поэтому, ребятушки, прожимаем лайкосик, и все будет просто шикардосик. Да, друзья. Так, ну знаете, все прекрасно. Ладно, погнали дальше. На следующем аккаунте я тоже не жалею для вас Т-55А. Жесть, это ж сколько голды мы сливаем. Да не важно, самое главное, что это люто приятно. И сколько мы всего выбьем, никто не знает. Ого, 3 черных ящика. Интригует. 2 собери все, кастомизашка. И тоже собери все. О, черный ящик, кастомизашка. Ну, что могу сказать, друзья? Так тороплюсь, что случайно вышел с розыгрыша. Так, хорошо. Кстати, я вам желаю лучшего еще раз настроения, лучшего, лучшего денька и прекрасного просто вам, ну вот, прекрасной недельки и лучшего месяца. Так, розочка ядовитая выпала, аватарочка немирная, очень редкий, прикольный. О, храбрый сердцем, прикольно. Ребят, смотрите, я хочу поменять на аватарочку, очень-очень хочу. Аватарочка называется «Храбрый сердцем», нужно ее взять, все. Ну что ж, друзья, готовы? Это да. А теперь погнали, собери их все! Так, обычная наградка, редкая наградка, редкая. Да, Т-34, вы это видели? И 1000 золота. Обалдеть, ребят. Просто залутали там 8 уровня. О, да. Пишите комментарии, что думаете, ребят, есть ли у вас этот танк Т-34? Жестко. Так, ладненько. Очень даже неплохо. И неплохо то, что его у нас не было. То есть нет никакой компенсации в серебре. Так, мистик, 10 кособотки. Чё за подкрутка? 7 кособотки, 7 дней према. Неплохо. И 100 золота, 300 золота. Короче, ребят, голда падает по КД. Даже черный ящик 2 уровня. Так, ну ладненько, погнали дальше. Откроем розыгрыш. Что еще выпадет? Так, неплохо. Вау, еще один. Ребят, просто это класс. Ах, я, ребятки, очень рад, что вы посмотрели этот видосик до конца почти, да? Это просто для меня очень многое значит. И смотрите, ребят, что выпадает в конце. Все, друзья, спасибо большое за просмотр. Падает у нас голда, мистик. О, да. Ребята, я желаю вам всех благ, мирного неба над головой и всего хорошего. И чтобы, ребятки, да благословит вас всех Бог, всю вашу прекрасную семью, чтобы у вас везде все было замечательно. Все, ребятки, я желаю вам всего наилучшего. Покеда. И ждите завтра стримчик. Покеда.